это игрушка для детей для 3 лет. Но блин, она бомбит, как будто у меня пукан горит. Ну ладно, ребят, надеюсь, вам это понравится, ведь там до хрена бомбящей реакции, просто потому что у меня самого бомбило от нее настолько сильно, то что я не мог ожить. Реально, ребят. Да пусть вас спасет что-нибудь. Если я оставлю на эту игру ссылку, вы попробуйте пройти после первого же босса. Вам пойдет полный капец. Господи, боже мой. Ну ладно, давайте начинать наконец-таки. И мы начинаем. Поехали! Просто то, что эта игра была инди, так что не надо, это просто было немножко отдано от моего нормального проекта. Ну, для видео длится 5 минут, чё его там не посмотреть, там оно же прикольненькое такое. Еще ускорено, тем более. Я просто страдал фигнёй, просто я эту игру прошел в детстве, а это был первый босс,
И это был четвертый уровень, ребята. Это всего лишь был четвертый уровень. Надеюсь, я ссылку на эту игру, конечно, оставлю в описании. Если вы хотите, конечно, можете скачать, попробовать поиграть. Но там после босса первого будет полный шквал. Я сам. Даже Теслика. У Теслика было прям полный пукан бомбил. Ну, короче, ребят, надеюсь, типа... Я, кстати, этот уровень, кстати, все-таки не прошел. Ну и ладно. Ну, всем пока.